Добрый день. Это растение называется куколь. Куколь или агростема относится к красиво цветущим однолетним растениям. Наибольшая декоративность достигается при посадке группами. Кустик достигает высоты 50 см. Некоторые виды могут достигать высоты 80 см и более. Цветы диаметром до 5 см бывают белого или малинового окраса. Цветение обильное, начинается во второй половине лета. Растение не требует особого ухода. Агростема лучше всего растет на солнечных участках. Даже в легкой тени стебли склонны вытягиваться, образуя мало цветков. Наиболее подходящими являются плодородные, легкие, хорошо дренированные почвы. Поливают изредка только в особо жаркие дни. Агростема отличается устойчивостью к засухе, поэтому в регулярных поливах не нуждается. Если куст достаточно высокий, то требуется опора. В ином случае длинные тонкие стебли будут полегать. Несение подкормок не требуется, даже без подкормок куколь способен образовывать пышный куст. Растение требует контроля распространения, так как дает обильный самосев. Без должного контроля растение быстро превратится в сорняк. Поэтому нужно своевременно собирать семена и по возможности обрывать увядшие цветки, не давая тем самым созревать семенам. Куколь размножают семенами, посев которых осуществляют под зиму или в апреле сразу в открытый грунт. В последнем случае семена сеют тогда, когда прогреется почва около 15 градусов. Семена сильно не заглубляют, поливают умеренно, не допуская переизбытка влаги. После появления всходов посадки прореживают, между сеянцами оставляют расстояние около 15 сантиметров. Куколь используют для создания смешанных цветников в одиночных посадках. Агростема хорошо сочетается с бархатцами, незабудкой, треснункой, овсяницей, калерией и другими декоративными злаками. Растение подходит для срезки, если букет поставить в воду, он длительное время сохраняет свою свежесть. Растение относится к ядовитым, поэтому каждый контакт с ними следует тщательно мыть руки с мылом. Желаю вам удачи, всего доброго и до свидания.